Граждане Казахстана, направляющиеся в Соединенные Штаты, и американцы, собирающиеся в Казахстан, теперь смогут рассчитывать на так называемые длинные визы. Их срок действия увеличен до 5 лет. Соответствующее соглашение было подписано руководством двух стран по взаимной договоренности. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал глава Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов. В беседе с журналистами он подвел предварительные итоги работы ведомства. В частности, подписан договор с Россией о добрососедстве и союзе в 21 веке, налажены партнерские отношения с новым председателем Китая Си Цзиньпином, появились договоренности с Узбекистаном. Всего, по словам министра, подписано 12 двусторонних документов. Также глава ведомства рассказал и о перспективных направлениях международного сотрудничества. Казахстан уже региональная держава. Мы существуем 22 года. Нас знают в мире, нас уважают в мире, поэтому отсутствие таких контактов с Африкой выглядело бы не совсем нормально. Тем более, что Африка является растущим регионом. Есть большой потенциал с точки зрения природных ресурсов, которые находятся в Африке. Это может представить значительный интерес для наших бизнесменов, для нашей экономики.